готовлю такие вкуснейшие бутерброды и в пир, и в мир. Все близкие и гости от них просто в восторге. Отварное куриное филе разбираем на волокна. Свежие помидоры и болгарский перец нарезаем средним кубиком. Добавляем зелень, у меня петрушка. Пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс. Два куриных яйца и соль по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Батон смазываем кетчупом. И отправляем подготовленную массу. Засыпаем все сыром. И в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 15 минут. И очень вкусные и сытные бутерброды уже на вашем столе. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!